Гайд по Владыка от Войда, блин. Ну так нормально, так нормально. Ну у меня просто проблем нет никаких с БДК. Вот Frost BDSM. Это круто. Вот это только отражение заклинания надо вкачать, и все нормально будет. Дыхание. Оно тоже дыхание. Это первое, и голем. Голем, который тебе бьет еще. Как это называется? Он бьет магией огня, и это прямое заклинание, и ты уменьшаешь себе 45% от голем. Час просидели, ребята, блядь, как дела? Вместе с миниками? Это, наверное, потому, что один Славик набрал людей, которые... Эти маунты. Как дела будет? Давайте чек на пул. Что там? Чек на пул. Подходите. Машулечка, тут готова? Да. Давайте, все готовы. Заходим в зрение, ДК начинай. И там, ДК, когда в халю на второй фазе танчишь, там смотришь, лужа будет, ну, со всеми тело сейчас будет падать. Ты кончай ЛПшками по боссу. Кидайте и жди. Сейчас, наверное, просто в КД все было. Бежим. Петрик, Ивар, свалите от босса. Близко не стойте. Смотрим лужи. Нормально. Давайте там Марата спекнули в совет хила, там ДПСа поменьше, так что давайте кнопки там чаще жмите. Метку хвостучий способ возвращается. ДК, кот, уходите дальше. Бежим. Смотрим, лужа. Лужа нормально. Не умирайте. Козырак выноси. Кстати, в халёна, играйте больше в халёна. ДК сразу заходи. Давайте, ДК сразу заходи, я скажу, куда зайти. Заходите. Способный, я так понял, да? Твой отметом, печеньку, остановитесь. Да, разрывом давай. Скажите, когда можно будет зайти. Сходим. Давайте пропускайте лезвие ближе к морде, выносите. Кремен, Машулечки, Инет, давай. По ходу движения фула. Так. Фула, давай тотем. Давай. 53, готовьте свет.
Давайте после метки будем выходить. Портал только не занесите ее. Смотрим, метка сейчас будет. Фула. Все, выходим в свет. Рассвету. Первую метку ровно назад свет выносим. Так, смотрим, метеор сейчас будет. Бежим. Так, смотрим, лужа сейчас будет. Лужа нормальная. Так, давайте рост во тьме. И свет только по трэшу играем. Давайте рост во тьме, свет по трэшу. Давайте в холёное играем. Бежим. Так, подбиваем холеона пока. Тьма чуть стопаните, тотем выноси. Давайте и по трэшу играем. Тьма можете дамажить. Демон хорошо всекать в халю. Я в него специально, чтобы ожог позволять. Так, ладно, давайте, закрыли рты, играем в Халиона. Носферату Мелиси пишет, падаем в ПМ. Протопал, давай каплю на перебежке, давай, каплю на БДК. Смотри, стопаните чутка. Так, смотрим лужи. Нормально. Давайте, как обычно, играем. Хазурак выноси. Блять. Агро. Ваня. Клеймин Реса Энериона. Причем Ваня не давно. У меня могут. Агро. Даю гимн на КП. Давайте все в большого всекайте. Войд, выноси, дал гимн на КП. Свет не бьем. Только трэш добиваем. Добейте того мелкого одного сзади. Бежим. Так, бежим. Играйте два мира, как обычно, все нормально. Смотрим лужа. Смотрим лужа, Клота. Гимн на ману давай. Хазарак выноси. Ваня по дисплею. На ХП. Я понял. Клота, гимн на ХП. Клота на ХП, давайте, все нормально. Тьма стопайте. Все только в халену пока подыграйте. Тьма стопайте. Давайте по трэшу играемся. Тьма не бейте. Тьма стопайте, тьма. Клота, гимн на ХП. БДК каплю, прожмися, ДК. Тьма не бейте вообще. Смотрим, метеор сейчас будет. Отдай незыблемость, что есть. Бежим. Войд, хит. Хитте БДК. Тьма не бейте. Хазарака хитте. Клеймит выноси. Слава, хит. Нету роги. Давайте. Только трэш бьем. БРФ нету. Тьма не бейте. Тьма можете бить. Держи психопанк, я капы держу. Так, давайте. Хили БДК, Клеймин выноси. Давайте. Зигсвар, выходи бегом в свет. Выходи в свет, добейте большого. Маны нет. Бежим, Клота, дай гимн на ману, если есть. Зигсвар, выноси, на пульте трэш и добивайте. Бля, чё вы, сука, в метеоре дохните, дебилы. Фул ДД в халёна, тем выноси. Фуда дэв халёна. Не, разверни. Падайте. Вот этим катапультом, короче, может давать ГП, у них срыв агро, это ну не я стаунтил, это Мах сорвал босса, блядь. Потому что он не долбил, блядь, большого, а долбил тупо босса, блядь. Не прожал стелс на перебежке и, блядь, вайпнул рейд. Большие не таунтится, так что никто на тебя даже и не думал. Да не, про Халиона Ваня говорит, Ваня, ну типа он заговорил, он думал я стаунтил босса. Ну типа...
Ладно, да, блядь, да прожимайте. Упал, перестали сливаться. Прожимайте, иди. Просто стелс на... Пока... Отойди на одну минутку, стелс не помогает, он не, срыв... не снимает игру. Он не снимает так-то. Не-не-не, стелс скидывает игру так-то. Давайте, отходите. Иди там, ВВ, отойди пока на одну минуту, пока пробафаемся. А сбрасывает. Да, ребята, блядь. Да вы играть научитесь. Да, потому что у него цифры перед глазами, он не видит. У него там цифры, блядь. В чем здесь цифры, блядь? Я и больших бью, и диспелю. Просто надо прожать стелс на одной перебежке после первого. Вот. Когда падает метеор, прожимаешь стелс и бежишь себе, скидываешь агро, а потом толпишь уже все, что хочешь. Ты, ну разве большого сорвешь, но это уже будет косяк ДК. Коноп, я второй раз по ДК срываю агро. С ВРС-25Гер. Первый раз просто ДК был слабый. Блять, первый раз за все время, когда я срывал агро в ВРС-25Гер. Я сюда хожу полгода. Ну так поставь Омен, ты фаермах, ты должен смотреть за этим, блядь. У меня все стоит, у меня просто перебежки. С тьмы выходишь все, там агро скидывается, оно не работает. Ну, КБДК может смотреть по агро, и кто его не входил во тьму. Давайте там пока бафы, лапу дайте. Там дота раздайте. Я просто уливание подзаебался, вайпаться тут порядком. А мне закончилось. А поставили уже. 10%, тут начинаются какие-то косяки. Давайте чек на АФК на пул. Там Носфера, там Нериан, Сумасот, Никон, Машулечка. Уиды. Шулечка, Никон, Нериан. Ваня, РДДшки не доигрывают в большого, кстати. Слушай, они там упали почти все. Чего вы, кстати, на метеоре сдохли? Чего вы там... Что с вами было? Я так и не понял. Время, фулок, это Путин, Сфератум, Капы, Девы. Дайте каску по друидам. Нерен тут. Сейчас я минута времени. Кремен готов, там Капа подойдет и будем начинать, подождите. Капа, тут подходи, ты где-то там. Джим, БДК это не сейф, потому что ты теряешь возможность уклоняться и парировать атаки. Ты тупо стоишь, и Халион тебя фигачит, там минус 50, но фигачит всегда. То есть... Он дал кто-то, да. Блин, ты не понимаешь, но он, это минус 50, но он все атаки в тебя лупит, попадает. То есть ты можешь словить пари хаст и сдохнуть, а парирование или уклонение ты можешь... Я тебе объясню еще раз, ты когда кастуешь бомжей... Да. Чек на пол. Ну, не знаю, я юзал тоже. Давайте, все готовы? Заходи зрение, ДК начинай.
Метку хвосту, через хвост возвращайтесь. Бежим. Смотрим, как лучше будет разливаться. Уже нормально. Карьку носи. Метку хвосту, через хвост возвращайтесь. Декади спел. Ретрикс в лет, босс. Бежим. Смотрим лужи. Бреет. Да нет. ДК будешь сразу заходить, фула выноси. Я скажу, когда зайти. Играйте по халену пока. Милки тэш помогли слить. ДК заходи. Рейд заходим. Давайте там в печеньке становитесь. Не ходите. Давайте заходим, там доты добьют. Заходим. Пропускайте резы, ближе к морде выносите. Никон. Заходи. Иннер там зарейте. Зиксуар выноси. Пою тотем. Пою юн после реза и фула скажу, когда это тотем. 53, готовьтесь. После метки будем выходить. Давай, ставь. Тотем, Джерин выноси. Свет, выходим. Дайте на полную БДК свет. Просто свету. Хазарак назад. Бежим. Смотрим, лужа нормально. Агро. Играем по трэшу свет. Рост по тьме. На ком там халён сорвался, а тут бей только трэш, халёна пока не бей вообще. Мелкий трэш пока херач, кто сорвал агро. Темит выноси. Давайте два мира как обычно. Кто там агро сорвал, пока не бей. Бежим. Так, тьма стопаните, свет пока по халену ковыряете. Будет катапульте сакру кину. Давайте. Войда резайте, клеймин резай Войда. Быстрее. Клота гимн на хп давай. Клеймин резай Войда быстрее.
Да, Клота, гимн нам ману, давай, дайте инеры на Войда. Хильте вы. Чего ты упал, Слава? Ну на пол охуенно, наверное. Блять, танк увел с того места, откуда уже на пол будет. Давайте последний, блядь, давай расход. Там две роги, я хуй знаю, как можно проебать на пул. Нет, там смысл не в том, что я увел с того места один на пул. Я увел тех мобов, которые были на мне, соответственно. Я не мог увести тех мобов, которые бежали в рейд. Понимаешь? Я уводил, потому что большой был близко к рейду, мне надо было отбегать. Ну, я надеюсь, я... Ну, толково вам объяснил. Так я понимаю, но здесь мой на пул-то ушел уже в то место, где раньше. Ну, да, я с своим хантом. Здесь роги не на пуле. Все на пуле. Ну бегут мобы, я не видел. Убегай дальше за протоколы. Чего? Что ты говоришь? Я говорю, пробегай дальше за протоколы. Я делаю, ну, все четенько, чтобы рогом было хорошо бить и трэш, и босса. Чтобы Артвейдер. Не надо... Артвейдер, выйдешь, короче, в свет, будешь потом в светухе бить. Там тотем во тьме останется, а ты в свет будешь идти там накуливать. Тогда свет будет без криты. Без 5%. Без криты, значит, побьем. Давайте тут фулбафы даем. Ребята, я ласт трай. Это последний трай расход, если шо. Да, рыбку бы. Поставь рыбку, Клота. Закончилось. Чаль. Рыбка. Давайте чек на пул. Каску. Каску прот раздайте. И че говорите, лучше больше бафов давайте. Ваня, просто раздай всем. Просто именно затащит Ваня, когда большой побежит в рейд. Тотем с Фератом, что там? Там тотем останешься, во тьме этот Артвейдер выйдет, только помоги больших добить, Артвейдер, как обычно, со всеми во тьму зайдет. Джерриан, ты тут? Старайтесь, готовы, заходим в зрение, ДК, начинай. Хилы, диспел, алло. Опять ГП хотите получить все вместе? Смотрим лужу. В рейд. Кто там каски бафает? Дайте каски по друидам. Эктуалы вроде бафают. Что, дали каски? Смос, выноси. Через хвост возвращайся. Поворачивай. ДК, беги на ту сторону. Психопан, беги на ту сторону. На ту сторону беги. Да, блять, на ту сторону беги. Агри большого сейчас самое главное. Среда. Среда большого забери. Кота, дай гимн на ХП, если есть. Ну, Сферата, выноси, мелких отводи.
мелких отводи, нормально, только под рожу не залезь. Никон, ресай кулонгу. Никон, кулонгу, ресай. ДК, будешь заходить так, как ты изначально таунтил. Как изначально. Давайте, все в халёна играйте. Блять, твою мать. Танго, ресай быстрее. Играйте все в халёна, там 1% еще. Давайте, больших бейте. Каут выноси. Давай. Хильте протопал, играйте все мелкие трэши. Заходим в свет. Заходим, заходим. Бля, чё ты сдох, Калик? Ёп. Ну, у меня трэш убил. Так, блядь, чё ты его бил, если он срывался на тебя? Хит БДК, слава. Что, не видно, что, блядь, там хер знает как вынесли трэш, и он был под стаками. Полотенце сломаться ХНТ. Можно нет, бегом, алло, алло, алло. Тьма, алло. Да, заходи. Давай, сейчас здесь будет по ходу движения, кто вы. И взрывайте своим хилом. Фула, давай. Тотем. Давай. Давай. Инерс, нам только хилам давайте. 52. Так, смотрим, сейчас, наверное, будем сразу выходить. Только мечи этот лезвие сейчас будет аккуратно. Выносите метку. Давайте всех портал. Блять. Давайте бежим наперед, 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 бежим, наперед, наперед. Машулечка, где там? Выноси метку, ближе к халёну станьте. Диспельте. Проверни халёна вперед чуть. Поверни халёна. Да-да, поверни, выходим в свет. Выходим в свет быстрее. Здесь все на печеньку становимся. Диспел у спиратума. Росцвету, росцвету. Бежим, на ту сторону бежим. Смотрим лужи. Бри. Козырак, козырак, выноси. Хильте БДК. Свет, ну, свет только трэш бьем, только трэш бьем. Реагировать минул. Блять, ну тогда не надо было, у нас тут, хотя нормально, ладно. Козырак, выноси. Добейте большого. Так, смотрим, бежим. Свет не бьем халёна, свет по халёну, стоп, смотрим лужи. Лужи в рейд. Клемент, выноси. Свет только по трэшу. Дайте Инори на Войду, когда откатится Клемен. Так, Клод, давай гимна ману, ставь тотем. Давайте два мира, как обычно, в приморосте трэш. Блять, ну Клемен молодец, троих мобов танчишь. Бежим. Свет, тьма не бейте. Свет только халёна ковыряйте. Смотрим лужи. В рейд. Давайте, свет, только трэш играем, катапульта выноси. Свет только трэш играйте, тьма как обычно. Блять, что эту метку, сука, возле стены не диспелит? Свет только трэш бьем. Большого добьете, помогите мелких убить. Автоэйдер выноси. Да все, можно падать до берсы, минута 30 падайте. Короче, вот этот код
просто, блядь, тоже, ну, тип в бреду там. На мне метка, трэш приморозили. Я выношу, я прожимаю бабл, чтобы не хапнуть стаки. Он стоит в притул и всекает в этот трэш вовсю, просто... Без комментариев, блядь. Да, это расход. Еще расход. Кто там ушибал в такие рейды ходить? Люди долбоёбы. Давайте еще мечом. Я сваливаю. Просто поменяю. Меня как поменяете? Нельзя, ты РЛ? Не, я не РЛ, будет РЛ. Ну, на нем РЛ. Че, может Джерион там вызовет? Давай, Джерион, твой триумф. Добирай людей. Бери фокусы сразу. Кто выбираете? Кто выбираете? За кого он выбирает? Возьми вон, блин, фокусы, на, ну, он как раз ЧП. У нас будет фулл укомплектован рейд. Нет, мы еще на этой игре, ну, типа, если что. И этот самый, давай это Ника наведем в это, в сову, в свет. Там возьми и так Марат втащит. Марат, вы куда забираете? Кто это, в повороте, да ты говоришь? Нет. Это Элоран. Элоран говорит, я захожу просто, если надо ШП там или сова. Можешь зайти на ШП. Окей, захожу. Идите там, отходите, пока добирают 2-3 минуты. Никто никуда не отходите, у меня нет времени тут. Давайте без курения и всякой этой срани. Дайте рыбу, дайте баб. Мало дамаги, потому что не было весь бой ретрика. Не было ретрика, не было 5% криты в свету, блин. Ну, эти 6 хилов, я не думаю, что надо, там Марат все захилит. Мы с Маратом так-то вдвоем захиливали тьму. Там вообще без проблем. Я не думаю, что там надо 5 хилов во тьму, блин. Короче, дайте шкаф. Я знаю, что там не надо, но там такая себе херня. Ну, я думаю, что Марат захилит, если честно. Там ДК слабенький. Да, с этим, как его, с пухой серебра, это, конечно, жесть, просто танчить. Я добиваю, да? Да, иди спалишь. А рыбы нету. Так что, 6 хилов, что ли, Джерем? Да, в 6 хилов, давайте, там, так и оставайтесь, дайте рыбу, там, похавайте рыбу. Приста баф еще. Каску. Кто вообще во тьме хилит? Машуринка, Фула и Тангра, еще кто четвертый? Никон. Ник? Так его в сову и свет вернут, типа эти 6 хилов, они не в пизду, не в красную армию. А Никон, есть сова? Давай спекайся, Никон, сову и будешь в свету дамажи. Так-то и Старфол, и Большой будет скорее сливаться. Зук, Свар, ты готов? Фула, ты готов? Давай, Фула, приходи. Зашли за линию, все готовы. На счет один будете начинать. Что это, ребята? Дайте каску друидам. Зук, Свар, ты тут? Начинай, Марвин. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть на тебя. Смотрим метку. Примитер метка. Клон. Щиток ему дайте сразу, ШП какой-то. Можно кинуть в него даже это, перебежали. Изное исцеление.
Смотрим лужу. Маню. На пул. Роги и кот играют в трэш. Все остальные в боссы. Команда спилит в фазе, смотрим этот комитет. В босса все играем, сейчас секондон сдать на него щиток, через хвост возвращаюсь. Босса. Никого, кроме босса, не бей, не бейте. Бейте только босса, вот это, я хотел сказать. Жетуплю. В этом квадрате стоим. Пулы только рога и кот по трэшу играют. И кот. Чтобы мам были деньги. Парни, всекай, не заходи, добивайте все трэш. По трэшу заиграли в мелком. Чё вы делаете? Вы чё на? Падайте. Потому что они, короче, были далеко, но ДК хильнулся. Я дал моста, вот они простояли, набрали стаки, они не понимали, что... Аппарат, ты что, ты уши раскрыть не можешь? Я сказал добивать трэш, куда зайти? Сколько еще таких героев? Сколько еще таких героев? Куда команда зайти, алло? Уже видно, что ДК не зашел. Вот вы всегда ориентируетесь по ДК. Если он стоит у портала, значит заходить рано. Нахуй. Все ж просто. Ну что, мы 3 часа посидим тут, блядь. Не, просто если все нажмут Ctrl-V и у вас будут показаны ники, то вам будет гораздо проще играть. Ребята, просыпайтесь, вы не одни. Тут 25 человек, у нас у всех дела есть. Будет гораздо проще играть, если вы будете играть. Дайте рыбу, дайте фулбафы. Все, всем спасибо, спокойной ночи. Пока. С косарем тебя еще один. Я прям чувствую, там лишняя шея лежит. Вот сука, прям чувствую. Дайте рыбку, если есть кого-то. Вот все вижу на горе. Давайте куба. Там же кого-то ушел. Да я знаю, что он ушел. Он не ревнул. Вон шаман спрашивает, фул у нас. Дайте шкаф с амонем. Значит так, ситуация сейчас меняется. Элоран, ты будешь играть в мелкий трэш через этот. Через уход в тень. Ну, в ШП уход в тень нажимаешь и бьешь мелкий трэш вместо кота. Значит, на трэше 2 рога. Артвейдер играешь тупо по трэшу. Элоран тупо по трэшу. Кулонга бьешь большого голема. Вроде так мы сделаем, потому что нету кота. ВВ, давай как-то за АДК включайся, потому что что-то дамага за АДК у тебя нету. Дайте фулбафы. Не надо никуда заходить, мы и так убьем, только Элоран будет бить иссушением разума по трэшу. И уход в тень жать, там будет откадешиваться и подбивать большого. Чек на баф и готовность. Всем привет. Придется, дайте баф вечерам. Вчера мы дали бафы, все отлично, заходите за линию, дайте лапку по рейду. Димон, 1, 2, 3, я не буду тогда остаться на остальном, на убивание големов. Чё? Ну, Ваня просил, чтобы я остался вместо Ханта на убивание големов. Ну, ага, я понял, хорошо, Артвейдер, тогда ты остаешься добивать големов, все, давай, начинай, иди, этот Моровин. Равин, иди начинай, что стал?
Какой щит? 3% дамага. Везде по меткам, сам себя прохилишь, себя тоже бейки всех Алион, прибежали. Короче, там друлям я дал каску, короче, потому что ну на них ни креста, ни каску. Братья, в квадрате стоим, трэш под Халионом держим, под Халионом. Ну не прожимай же ты, Моровинт, это чит. Идем больше дальше. Метка не тёр, сам себя. Тёр, смотрим. Бежали. Метка падает, так что в квадрате стоим, смотрим, куда он падает. Глужа разливается в рай, смещаемся к хвосту. Ближе к морде, артвайдер метка. Стет. Не бейте трэш сейчас. Да и с ушением по трэшу тоже бей уже. Сейчас. Бейте трэш, не заходим. Танк заходи. Эйд пошел. Метка. Убили или нет еще? Нет еще. Заходите. Заходите, Рещ. Сейчас пройдусь в партию, у меня нету. Гимномон будет? Не будет. Тихо, метка. Чё за диспайл, блядь? Там опять диспайлил, Миша. Вы почти Вайда убили. Не тут там метка. Бьем сильнее, у нас еще 3% добить надо. Спел. Фридом. Выходим в свет. Тут между этими лужами где-то будет. Ага, прям. Так что тыкайте на портал, осторожно. Выходим. Давайте стоим. Не надо стоять, я напуливаю. Просто свет. Давайте рост. Еще раз повторяюсь, Элоран. Артвай. Не, не так. Элоран, подбивай. Бля, ты китаешь доту на больших и будешь подбивать мелкий трэш. Бьем свет. Прибежал. В квадрате стоим, в квадрате. Бьется, в квадрат сместились. Трэш бьем. Не конметка. Пульта метка. Убиваем Халиона. Сейчас перебежим. И Халиона бить не будем. Должен быть стать 40. Все, бьем только трэш. Приблужи нормально, стоим в квадрате. Он метка, бьем только трэш.
босса. Сфератус метка, сам себя. Дай ему щит. Ну ты понял про какой. Свет стопнули, не бьем, перебежали. Стопнули свет, не бейте. Смотрим трэш, лужа нормально. Большой, свет вообще не бейте. Тьма, прожмитесь, дайте каплю на БДК. Свет не бьем вообще, на Сфератус метка. Руну метку и дальше не бьем. Бежали, начинаем бить. По гимнерам, по мане что-то. По гимнам. Заливай, ничего там ванником начал, я не переназначал. Сейчас дожгим на ману. Только по трэшу. Халион. У меня маны нет. Ну давай, Эларан, не, перебежи на гимноману, споешь, Эларан. Смещайся. Так он во тьме. Я во тьме. Я понял, короче, забей, там тангра захилит. Я думал, что это Хазрак говорит, то такое. Хазрак, метка, БДК прожмись, бьем только трэш свету. После перебежки напуливайте трэш, надо играть в босса 50 секунд. После перебежки напуливаем трэш и фул туда в босс. Перебежали. Отлично. Захильте танка. Трэша и дедэшим фул босс. Успел написать. Мы сейчас сдохнем. Чара на энха, повторяю еще раз. Ибо когда вернется мой господин, этот мир сгинет в огне. Тапки рольте. Калк, да? Кило чешуя. 2 часа резко. Так еще одну будешь собирать? Паша, поздравляю. Че, мне делать некое что? По ночам рылить, блядь. Кидай мне. Давайте еще. Какая нахуй РФ, блять, вам мало 2 часов было? Ну сейчас, ну, кураж, наоборот, вторая пройдет на ура. Ну, здесь не лег, завис. Если вы сами можете зарылить и собрать, то собирайте. Зайду потанчу. Ну, тебе собирается, берется. Ну, давай попробуем. Давай ПВК. Накинь мой ТП. Можно накидывать? Я захожу, погоди. Хуй знает. Да, наверное. Там. После ПВК лучше спокойно объем достать, пойдем. Да не, мне кажется, что, ну, надо еще один раз пойти. Лучше в ВВК спокойно сходить. Время уже просто позднее. Да, в ВВК лучше пойти. Да, бля, в пизду это ВВК, что там нахуй ловить?
Бля, такой скучный инс, пиздец. Когда-то мне нравился, но сейчас там в натуре. А ну не работает, ничего не работает, блядь. Скучная хуйня. Манекены одни, блядь.